После станции метро Селигерская. Вот она, метро. Выход на Дмитровское шоссе в этом месте. Вот она, Дмитровское шоссе, оживленное. И район Бескудниковский. А там район Западная Дегунина. Малыш какой гуляет. Вид на мой дом. Вот он, мой дом. Хорошо виден, хочется запечатлеть, пока он еще виден. И скоро не будет виден. Здесь большое строительство. Будет возведен ТПО, транспортно-пересадочный узел. Я потом поснимаю, и уже дом не будет виден. Ну, будет виден только Селигер-Сити с домами 38 этажей. Она издалека видит. А вся моя сторона будет закрыта. С этого места не будет виден. Ни дом, ни другие дома. Вот малыш гуляет. Да, наша сторона. Север Глобра, города Москвы, столица. Люди идут из метро, от метро, идут Дмитровское шоссе. Здесь переход на противоположную сторону, вот туда. Стоит. Здесь парк Федорова, парк академика Федорова с памятником ему. Ах, как преобразилось это место. Я живу с 1985 года. Что такое? И помню, как выглядело это место. И как выглядит сейчас. Замечательно. На памяти малыша снимаю. Какой маленький. Да, вот такой вид на два района. На мой район Западная Дегунина. Тоже изменяющий все. И район Бескудниковский.
хорошо стало с метро. Да, пойду еще пройду. Поснимаю вид на свой район. Вот Дмитровское шоссе. Вот здесь за деревьями пятиэтажка сносимая. Да, вот вид. Да, жаль, что не виден будет мой дом уже с этого места, с этой стороны. Надо поснимать на память. Вот и малыша сняла на память. Посмотрит себя маленького. Вот моя сторона. Вот дом дуэт. Вот он, дом дуэт, видим. Новый дом. Мой старенький дом с неоконченным капитальным ремонтом. Вот так он выглядит. Не очень хорошо. Вот видим новый дом, «Любовь и голуби» называется. Там Пяловская улица, поворот Пяловской улицы, до Сусанина. В том месте новый дом бизнес-класса. Так же, как вот и этот бизнес-класс, и дом дуэт, это тоже был бизнес-класса. Да, наш дом выглядит хуже всех. Ну, фасад скоро изменится, приведут в порядок. Будет выглядеть лучше. Но ТПО, который здесь строит, сразу пересадочный узел, закроет наш дом. Вообще все дома. Я потом поснимаю, что будет видно. Через 3 года, 2,5-3 года здесь изменится вид, да, мой район. Вот он, ЖК Селигер-Сити с высотками 38, 36, 34, 32. За ним еще будут такие же дома. Вот таких высоких будет 5. 38 этажей, будет 5 домов. Дом из 4 корпусов. Этот состоит. Дом Рэмбл называется. Это гостиница метростроек. Гостиница метрополитена. Люди идут из метро. Вот и заканчивается Селигерская улица. Это дом 36 по Селигерской улице. Вот это Селигерская улица здесь заканчивается. А начинается, она вот пересекает Дмитровское шоссе. А начинается она вот там. Так, она огибает парк Федорова, а начинается она вот там, на Дмитровском шоссе. Там начинается, огибает парк, и вот сюда она идет, и вот там заканчивается Селигерская улица. Дмитровское шоссе. И очень оживленное. Вот он, переход на противоположную сторону.
Вот так выглядит это место. Север города Москвы, столицы. Возле станции метро Селигерская. Вот один выход за гостиницей, рядом гостиница другой, на два района. Район Западный Тихонина и район Бескудниковский. Там Орловский парк. Орловский парк, Ветрицкое шоссе. Оживленные станции метро Селигерская. Все-таки закончить видео мне хочется видом на мой дом. Да. Видом на наш район. На мой дом. Наша Касселигер-Сити. На метро. Как выглядит такой вид на два района сегодня, 19 июля 2019 года. Так выглядит север города Москвы, столица. Изменяющийся к лучшему.